вот смотри. Ну я не знаю, ты можешь попробовать садить. Да как насадить-то, в том-то и дело, что я пришлый раз я просто подошел, чувак. Да вы чё не сделал. Пойду я назад. А, не, мелкий. Ну ты можешь напасть, типа, назвать осаду, не? О, я могу вот этого занулить, пидора. Его героев слева, смотри, стоят, вон они. Вот этого бомжа, что? Да, ну это три героя, которые, помнишь, нам мозги ебали. Ну попробуй. Ты не дойдешь до него никак. Ну я не дойду, ну я просто подойду хотя бы к нему. Да он убежит просто и все. Ну, это же невозможно догнать, типа, блин. А я сейчас на марше еще даже. А, куда ты пошел? Так на. Ну все, загружайся, блин. Да не, нормально. А че нормально, сейчас нападут, пизды тебе дадут. Надо всеми тогда убегать. Ну я так и убегу, че. А, мне кажется, тебе надо было просто через засаду нападать. Так не этом-то и дело. Что я просто подошел. Я не смог напасть-то. Я Ваха ждал. А Вах взял, подошел и напал. Так может тебе подойти тогда еще один ход подождать? Я хз. Слушай, а вот тут их не тусуется. А ты не посылал Ваху в атаку? Нет. Там же типа можно его типа управлять, надо следовать за собой поставить. Не-не-не-не, он нападает, сука, это тупая. У тебя второй герой, тут еще бич, ебаный, блядь. Так, бибича я отправляю вниз, чувак, к тебе. Нахуй он тут нужен, блядь. Ну, мы будем этого сейчас гнома щемить в два ствола. Этим бичом ты никого не защемишь, лох. Ну, тебе... Ну, лучше на бароне его оставь, блядь. Ну, давай тогда его сюда. Мне кажется, тебе стоит попробовать это напасть на большой. Так, а пускай выйдет, к этому подойдет все же. Если тебя правильно прокнет, короче, если тебя прокнет правильно, то ты сможешь, мне кажется, пизды дать ему. Пиздулей. Просто тебе надо, чтобы типа ты всех контролировал и так далее и тому подобное. И тогда мы нормально построимся и просто пизды дадим все. Так, а барак да бак, что у меня тут стоит? А, тут ничего нет, а вот варенские холмы. Тут я разбирал вот эту хуйню, да. Специально для этой. Для оборонки. Ну и все, в принципе. Сейчас попробую вот этих героев его ёбнуть. Посмотрим, что это делать будет, хуисос. Да он убежит сейчас просто в город. Да пускай бежит, че. Не, он побежал. На город нападает. Наркоман, что ли? В осаду взял. Ага. О! Вот это шикардос. А, не, он добежит сейчас до города. Не, не добежал. Да, да. На помощь ему. Не. Блять. Что там, битва? Угу. Ну, тут авторасчет он захватит. Что, авторасчет нажимать? Да. Осталось войск 505. Ну, потерял немножко. Душновато, конечно, это игра, блядь. А, он разграбил, он разграбил. Сейчас еще обратно назад убежит. О, вот он, блядь. О, ебать, он долбоёб, по-моему, блядь. Блядь, я... А, блядь, я вот... А, и назад! Охуеть, километраж какой махнул, да? Блядь, охуеть, с этой игры просто выбежал в город. С города дошел, пизды дал городу. А мне можно так делать, блядь, чтобы я из города убивался и пиздавал и обратно убивал за один ход, блядь. Он, блядь, либо прикачивает на скорость на такую, блядь, что пиздец. Ну это пиздец. Я тебе говорю, ты сейчас на него, ты на него сейчас нападешь, он тебе еще, сука, еще с города подойдет подкрепление. Да, 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 да. Какая же хуйня эта игра, блядь! Ёбаный рот, и шизофреники делали, блядь. Ля-ля, на него попёр этот. Цени, цени, быть, цени. И пизда. И быть, он изи отхватил пизделей, короче. Ну, вообще, даже ему, по-моему, нихуя не покоцал. Сука, я не знаю даже, как ты его будешь бить вообще. Нихуя знает, он ты дел. Тебе надо его разбивать там. Это по-любому. А ты, кстати, не сможешь его... А, ты не сможешь до него добежать, напасть ты. Да. Никак. Конечно, деньги я возьму.
Я не знаю, блядь, что, что там делать, короче. Хуйня! Это все шлик, хуйня. Сохранись на отдельный. Давай. А, я не могу, если ты сейчас ходишь. Сохранись. А, я сохранился. Сохранить. Я сейчас этих трех героев его ёбну, пидорасов. Ну, дальше, не знаю, возле города будут тусить. Охуенный план. Я не знаю, что делать. Доступные осадные машины. Ебать, тут стена, блять, прикинь. Да. Таран зеленокожих. Осадные башни. Два штуки целых. Ну давай, что-нибудь. Мути. Снять осаду. Продолжить осаду. Пускай варп подойдет. Да-да-да. Без ваха это не вариант. Ча выбежит, смотри, герой побежит мне город захватывать. Я вангую, блядь. Ой, долбоёбы, блядь. Так легко читается, главное. Слушай, а вот этот стыкуется с героем, интересно. Нас стыкуется, сука. Герой пойдет на помощь ему. Основная армия. А у меня сколько? 20-20. Как бы можно, конечно, было тащить бы ему. А ну без ваха. Продолжить осаду. Че это? Рассчитайте итоги, пропустите это уведомление. Это нахуй, блядь. Это нахуй. Съен ХБ, вот он идет. Дрюх. Трюх. Да, и Бэттен прошел, пиздец. А федерация. Так. Гномы получают добычу в сумме 1800. 1800 у меня награбил, пидорас. Ну и пизда ему. Вот этому пидору пизда. Это вот, блять, 100%. Куда? Бля, сука, он съебывает. Ну от меня, блять, не уйдешь, пидорас. Я так же бегаю, как ты, сука. На нахуй, отобоем его нахуй. Пидорас, с него эту... Сколько мне нервов потрепал, блять, сдохни. Блять, ты одного чека потерял. О, блять, я еще с него поимел 300. Умри, ублюдок. Вражеский герой с Нордгородом гнал свою смерть в бою. Еще один смерть, еще три героя вот ебнул. Пацанов бы тебя разбить. Так, обалдись, и вот так, смотри, хуяк. Ты знаешь, что ты зря этого в нижний город отвел. А я он сейчас, он добежит сейчас до того города. Тебе надо его за городом держать, да. Так, чтобы на него напасть нельзя было, но чтобы он на помощи был, типа. Вот так вот он будет стоять. Так же нормально. Да, чтобы он на подходе, да. И всегда его, мне кажется, надо держать, типа, чтобы на него напасть нельзя было, блядь. А... Же ебанутая система Ниппель, блядь. Ну, можно, знаешь, его сделать, я что думаю, ему передать всех этих самых конников. Вот. А самому ходить основным отрядом пехоты против этих гномов. А это, если на подмогу будет прибегать, он как раз конями на подмогу и побежит. И конями добежит, догонит, там пизды даст. Ну, это такое, на самом деле, там это... Так, конники нужны в любой битве, то есть там... Ну, оставить таких основных пиздатых коней. Армия должна быть тоже сбалансированная. То есть она из одной кавалерии будет состоять, она будет хуйня. Так, что это хотел? А этих качнуть 5000. Нет. Хотя подожди, вот это ему хочет? Не могу еще. Ну и ладно. Так, ну и все. Что я тут? Вот пропускаю. Сиена ХБ, блять. Вот пропускаю. Storm the Heights! Бараквар. Лог зеленокожих. Не-не, это я пропускаю тоже. Пизду. Еще где-то город можно поставить. А, тут.
Тут можно построить. Ну тут не буду, тут только что разграбили. А, это починить. Цена ремонта. 600. Давайте починим. Всех. А? Ушел. В город убежал. Угу. Ну он, сука, мне 1800 отжал. С этого города поимел. Но он потерял 3 героев, как раз на эту сумму. Так что, блять. Ну, по пятихатке, наверное, герой стоит. Плюс у него. Батин на меня напал. Где? А, блядь, этот пидорас не подошел на помощь, блядь, прикинь. Да? Да. Блять, какая же шизофрения, сука, блядь. Ну, отступай, наверное. В этой игре происходит, блядь, я рот ее ебал, реально, блядь. Ну, бля, ну я хуй знает, бля, я просто молчу, шрик, бля, я не знаю, как в это играть, то есть, просто дерьмо, блядь. Ну, блядь, ну а как я должен побеждать? Серьезно, если вот этот хуй просто, он просто стал и все, то есть. Не, блядь, это, как его, блядь, следовать каста. Хуй сосет, блядь. Ну, хуйня, реально. Не без подкрепления. Бля, ну, конечно, хуй знает. Просто шизофрения, бля, ебаная, блядь. Я рот ебал, орать, короче. Союзника. У меня союзника нет. В 2 метрах пидорас стоит, блядь. И не приходит на помощь. Гнида, блядь. Блядь, ебаная, нахуй, все. Все, нахуй, блядь. Так. Ну и как обычно, у него тут ни городов, ничего. Ну, пути нормально, на поле. На поле. Давай кого-нибудь мне. Пацанчик. Да у меня особо никого и нету, блядь. Вот этих коников мне с мечами попробую обойти их с тылов, лучников их них там покремсать. Опа. Знаете, еще пехота маленькая. Опа. Блин, вот так вот. Пехота давайте мы объединим. Знаете, еще пехота. Хотя нет, тут разъединить. Так, кто... а у тебя, кстати, лучше... А, топорщики нормально прикачанные. Ну, или да. Кто такие на топорщики? Дикие орки. Так, ставим. Так, нет, давайте сюда. Лучников сейчас первого. Проиграем битву, я не знаю, когда загрузимся. Я просто даже не знаю, что делать, что... Типа, блядь, нельзя город взять, то есть, потому что, блядь, там включается на ум, блядь. Вот те. Лучники, поближе. Ты готов? Сейчас, подожди, нет. А, будет, глянь. Чё? Подкрепление. А чё это подкрепление? Нет, подкрепление, будет? Это этого подкрепления. Они сзади нас нападут. Подкрепление. Ну, я рад. Бля, это надо их тогда... Давай, может, я буду сдерживать? Да хуй знает, чувак. Ну ладно, давай, запускай. Запустил. Да, идет, может... маленькое подкрепление. Ну что, может, тогда развернемся, просто пиздым дадим? Да, давай. Пока, а те пока... Бля, они стреляют своими катапультами ебаными. Ебать, там подкрепление, там не маленькое, чувак, подкрепление. Ну я хуй знает, что делать. Нам пизда, короче. У них там какая-то хуйня стреляет, блядь. Давай, мы разворачиваемся, ебашим подкрепление их. Блять, и эти идут в атаку. Сейчас нас зажмут, короче. Странно, если бы они не шли, конечно. Это великан, увиди. А, он и бежит. Так, эти сюда. Все, мы им, блять, это подкрепление нахуй нагнем. Ебать, то там, бля, еще появились отряды из-за горы, охуеть. Пойду возьму вот этих пацанов слева. Ебать, не стреляет. Так, великанище. Делаем мед... А, я... Ну, да. Ты рулишь. Обходим, блять. На это нахуй. А где вот эти? Герой, блять, что там можно? Вот и мы.
Так, лучники, лучники, давайте вы это. Вот этих, блять. Вырезай там этих, короче. Угу. Сейчас кони побегут на лукарей. Только там эти с кирками, пидоры. Так, орк идет. Нам нужно успеть отбить этих пидоров, пока он тебе не подошли, ублюдки. Может, на них это, типа, великана там, пока не добежали. Да, хуй знает. Пускай он сзади страхует, не видит. Давай, его, ладно, да. Так, где кони? Блядь, давай кони понесли. Твои топоры на найт. Что за кони? На арбалетчиках. Ты там слишком ску... Или это мои? Где? Что? Мои, наверное, да? Нет, ты не мои, ты слишком скучковал, там три отряда. Да, кстати. Ты их распредели. А, да, один я не мой. Бля, они еще так далеко, суки, стреляют, бля. Я пойду в спину зайду, он у тебя, который... А этот отряд пускай сюда идет. Суки, они, блядь, блядь, без безопасной дистанции просто наваливают моим лучникам, пиздец. Я, блядь, рот ебал ту хуйню нахуй. Блядь, давай, кони, сука. Так, вот этих пацанов сейчас с кирками. Подведи поближе этого великана, он уже на передке стоит. Нахуй, в центре иди, дружочек. Там твоим лучиком наваливают слева, сука. Да я пытаюсь их увести. О, кони влетели, арбалетчиков нахуй разъебали. Неплохо так. Не, блядь, так далеко не стреляют, это пиздец просто, блядь. Это чит нахуй, ёбаный нахуй, блядь. Да, нам пизда, короче, задает, блядь, числом нахуй просто. Те долбоёбы чуть бежать не хотят, нихуя, блядь. Стреляют твои, походу, я не могу, блядь, по ним стреляют твои, чувак. Это мои, блядь. Или это мои, я не знаю, я не могу им управлять. Не-не, мои. Сука. Давайте вот этих, блядь, наваливайте им. Не, вы отойдите сначала. Так, давайте, кони. Этих пидоров разъебите. Не знаю, пошли на них великана, пускай он их там покошмарит, что ли, блядь. Пошел. Что-то начкует идти на них. Так, пацаны, вылазьте из битвы, из этой. Так, давайте вот этих, блядь, добивайте ублюдков. Перехватывай отряды великана. Надеюсь, он не сдохнет, блядь. Великан пошел прям в ихнюю толпу. Сейчас я на него, блядь. Бля, сейчас я даже если выиграю битву, у меня все, просто второй герой придет, пизды даст, и все. Текс, отлично. Надеюсь, великан настолько крут, блядь. Что ему сказать? Что он может просто всем пизды дать, нахуй, блядь, изи, нахуй, толпе любой. Так, арбалетчиком гнобим. Кто этот отряд почему стоит? Почему он не нападает на этих? Кто это вообще такой? Это кто такой? А, это не мои. Думаю, что за фигня. Так, отлично.
посылаю уже на этих чувак. Угу. Они уже подошли. Так, пацаны, давайте, блять. Так, а лучники, где мои лучники? Да, охуенно, блядь, проверяй, блядь, пиздец. Да ну пизда нам, блядь, ебать там ущих. Просто миллиард, нахуй, ебаных петухов, блядь. Дави этих арбалетчиков, конницы всех, блядь, петучей, блядь, ебаных. Давай, то ты можешь своих забирать, которые тусуются. Я конями сейчас их, нахуй, растопчу. С разгону, блять. Этих атакуй. Ты так. Сюда иди. Пацаны пошли, влетают, помогают твоим. Слева. Да, так. Помогает. Помощь, блять. Пиздец мне, по-моему, блять, сейчас будет, нахуй. Сука, блять. Так, пацаны, давайте, давайте. Всех туда надо перекидывать, чувак. Кого может перекинуть? Штамп, мы терпим поражение, меня разбивают. Перекидываем всех. Ой, уже первый отряд сейчас побежит. Так, 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 так. Пацаны, все. Один отряд держит, там два отряда. Бля, ебать не еще в тылу там, блядь. Можно великана, я не знаю, как-то сюда подвести. Да. Блядь, дело нахуй, сука. Он там держит отряд. Распределяй людей, не кучкуй. Не кучкуй отряды. Это невыгодно. Они не кучкуются? У меня два. А ну вот это можно только. В центре у тебя там что-то толпа одна ходит большая. Сейчас он сдерживает. Нахуй пошли на этих орков. Давайте, пацаны, обходим сюда. Я их, блядь, зашел со спины. Пизда, мы побежали. Обходи их, конницы, со спины. Ну да, я проиграл эту битву. Бля, ну это бред. То есть там не подходят отряды, блядь. Я не знаю, то есть как это, типа, играться должно, блядь. То есть по мнению дебилов этих, блядь, разработчиков, нахуй. Нахуй этот варх вообще нужен, он вообще бесполезный просто. Так, кони, кони, давайте, давайте, кони. Что за кони? Мне поищите его, блядь, ёбаные гномы, они какие-то, блядь, бессмертные, пиздец. Да, не гномы, вообще сильные какие-то, вообще просто пиздец. Я не знаю, блядь, им вообще всё до пизды, они просто не приседают, блядь, и всё. Плюс их, блядь, миллиард, нахуй. Не разожжёмся. Ну, блядь, один отряд стоит просто, блядь, и всё, то есть. Ну да, пизда, короче, можно, блядь, не париться, нахуй. Обрубайся. Ну нахуй, в коней влетает, ебать, кони хоть добегут, наверное, до этих арбалетчиков. Не, нормально. Снесли. У них самое главное, арбалетчики, помимо того... Снесли, пиздец. Это самое, арбалетчики с этим, как его еще? Со щитами, это пиздец просто, и стреляет далеко, прикинь. Так, все, отряды побежали у меня. Да, ебать у него еще, блядь, там, я ебал, то есть, у него еще там 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 стрелков, блядь, отрядом, сука, я ебал, это бред. Потому что, это, все потому что это какой-то гандон не хочет, блядь, подходить, блядь, я охуенно. Вот если бы эта сука подошла, блядь, я бы вытащил эту битву, но нет, блядь, это гандон, нахуй, считаешь, он, блядь, не должен, сука, участвовать в осаде, блядь.
И как это, блядь, вообще работать должно, по-вашему, блядь? Сука, блядь. Давайте, пацаны, ну. Ну чё, надо загружаться, блядь. Ну да. И опять, блядь, 100 миллиардов часов ждать, блядь. Не, ну, великан вообще нормально. Диди держит толпу, конечно, но толпу, конечно, да. Баня, да-да-да-да-да-да-да-да, по оркам дали. Бать, их осталось, блядь. Как бы досрочно закончить бой? Никак? Нет такой опции, блядь. О, нет. Надо смотреть на говно. А, о, можно признать поражение, эскейп, признать поражение. Ой, это шизофрения ебаная, я не знаю, то есть как мне... Ну, отступил. Ну, помощь пиздец, короче, я ебал. Спасибо за помощь, ой, это хуйня идет. Да ну это бред. Я не знаю, я ничего им сделать не могу. Пиздец, что я им сделаю? Ничего я не сделал. Все, он меня победил, получается. По механике.